Бригантина является одним из старейших клубов муниципального образования. Он был открыт в 2002 году для организации досуговой занятости подростков и молодежи на территории Гастагаевского сельского округа. За годы помещение пришло в упадок, и было принято решение о его капитальном ремонте. Огромное спасибо администрации, потому что произвести капитальный ремонт помещения – это очень дорогостоящее. Естественно, что это огромное спасибо Юрию Федоровичу Полякову, Екатерине Петровне Боровской, исполняющей обязанности сейчас заместителя главы, которые приложили массу сил, энергии, чтобы этот ремонт претворить в жизнь. Таких клубов по месту жительства в сельских округах у нас сейчас работает 17 клубов. Мы, конечно, планируем дальнейшее расширение, потому что вот эта досуговая занятость, она высоко востребована в настоящий период, чтобы отвлекать детей от улицы, от подвалов, предоставлять им возможность реализовывать себя в каких-то творческих моментах, в интеллектуальных играх. На торжественном открытии обновленного клуба представители городской и сельской администрации, казаки и молодежь. За годы работы из его стен вышли более 300 воспитанников. Многие из них приводят в клуб уже своих детей. Помещение у вас обновленное, чистое, красивое, хорошее. Есть ли вам где заниматься? Жить и развиваться. Я вас искренне поздравляю. Мы вам будем помогать во всем. Всем стараться все больше и больше, чтобы у вас клуб развивался. После торжественного перерезания красной ленты гости познакомились с основными направлениями работы, которые предлагает это образовательное учреждение. В данный момент его посещают более 80 человек, и каждый может здесь найти занятия по своим интересам. У нас есть несколько направлений. Самые основные направления – это патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание, добровольческое движение, вот о том, о чем я говорила, это волонтеры. Также у нас есть творческое воспитание, это организация досуга детей. Занимаемся спортом, у нас очень много спортивных мероприятий. Особенно этого события ждали сами участники клуба. Теперь зимними вечерами можно будет по-настоящему интересно организовать свой досуг. На самом деле, собираться в парке, это, на самом деле было очень скучно, а вот когда открылась Бригантина, у нас очень много масштабных мероприятий, какая-то интересные те же настольные игры, мы очень рады этому. В предыдущем помещении было некомфортно, потому что было не особо как-то приятно даже. А по будущему я планирую сюда долго ходить, потому что мне здесь очень нравится, и я довольно-таки рада, что попала сюда. Участники клуба уже приступили к подготовке к Новому году. Они своими руками мастерят подарки для пожилого населения станицы. Ребята признаются, впереди еще много планов и идей, и теперь для их качественной реализации есть все условия. Руслан Душевский, Анапа регион.